Именно поэтому сегодня я сыграю для вас главные хиты 2013 года, и уже очень скоро мы начнем отсчет. А пока о главном музыкальном событии этой недели. Парад известных песен. Буквально накануне вышел фильм «Богемская рапсодия». В его основе 15-летняя история группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри, который разрушил множество стереотипов, победил условности и стал одним из самых выдающихся артистов на планете. В премьере картина шла очень много лет. Переговоры начались еще в 2008, когда гитарист Queen Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор дали согласие на создание фильма про лидера группы Фредди Меркьюри. Кстати, премьера состоялась в Лондоне на Уэмбли-арене. Это очень символично, ведь именно в этом комплексе находится знаменитый стадион Уэмбли, на котором в 1985 году группа Queen сыграла один из главных концертов в своей карьере. Это был благотворительный фестиваль. Послушать группу тогда пришло 72 тысячи человек. Кстати, про «Богемскую рапсодию». Удивительный факт. Еще до выхода сингла менеджер Queen решил ознакомить с ним одного из своих знаменитых клиентов. Им оказался сэр Элтон Джон. Ему было интересно узнать мнение артиста. Дослушав до конца 6-минутную песню, музыкант тогда очень изумился. По мнению Элтона, ни одно радио не стало играть бы такую длиннющую и непонятную песню. Дорогой сэр Элтон, если у радиостанции слушатели знают толк в настоящих шедеврах, то сыграть эту песню целиком вообще не проблема. Именно поэтому «Богемская рапсодия» прямо сейчас звучит в эфире «Радио 7» на Семи холмах. Open your eyes, look up to